В рамках программы «Тарковский контекст» на «Зеркале» свой фильм «Новый полет на Солярис» представил грузинский режиссер Ираклий Квирикадзе. А перед показом картины программный директор кинофестиваля Андрей Плахов презентовал книгу под названием «Свободный полет», которая имеет много общего с работой Квирикадзе. Оба произведения, литературное и кинематографическое, посвящены арт-проекту, представленному во Флорентийском музее Франко Дзефирелли. Сама выставка была посвящена Андрею Тарковскому и его современникам, художникам-нонконформистам. На книгу и фильм стоит обратить внимание в первую очередь тем, кто интересуется жизнью и творчеством самого Тарковского. Я стал писать достаточно личную какую-то такой текст, который в итоге как бы соединил несколько жанров. И журналистский репортаж об этих выставках, и какое-то определенное исследование мира и Андрея Тарковского, и тех современных явлений, которые связаны с ним. Получился очень странный фильм. Фильм, который рассказывает о флорентийской выставке, о художниках, которые каким-то странным образом оказались на том космическом корабле, куда полетели герои Тарковского.